Hello, hello, my dear students. I'm glad to work with you today. And we're going to discuss present simple tense and the rules of that SC. Здравствуйте, мои дорогие ученики. Я рада вас приветствовать, рада с вами сегодня работать. Мы с вами сегодня поговорим про простое настоящее время present simple и про правила чтения буковки C. But first, let's review the vocabulary of the last lesson. Давайте с вами повторим, вспомним лексику прошлого урока. Скажите мне, пожалуйста, как мы скажем по-английски смотреть мультики? Great. Watch cartoons. Делать игрушки. Super. Make toys. Yes. Читать истории. Read stories. Great. Участвовать в викторине. Have a quiz. Yes. Or have quizzes. Yes. Good. Петь песни. Sing songs. Рисовать картины. Great. Correct. Paint pictures. Super. Well done. Молодцы. Okay. So, I want to show you my presentation about present simple tense. Я хочу вам показать мою презентацию про простое настоящее время и познакомить вас с этим временем. Present simple. Что это такое? Что это за время? Это время, которое нам с вами нужно, чтобы рассказать о наших повседневных делах, регулярных наших действиях, которые мы выполняем с вами либо всегда, либо часто, либо иногда, либо даже вообще никогда. Present simple мы с вами используем либо глагол be в его формах am, is, are, когда говорим следующее предложение, например. The weather is sunny. I am a doctor. The sky is blue. То есть мы используем в present simple форму глагола be, am, is, are, когда мы говорим о чем-то постоянном, как, например, небо голубое, трава зеленая, солнце круглое, земля круглая, да, каких-то фактах, которые неизменны. Когда мы с вами говорим о нашей профессии в данный момент, да, I am a teacher, you are students, да, или когда мы говорим, вот в данном случае про погоду в конкретный момент, сейчас the weather is sunny. Okay. Следующее, когда мы в предложении, когда у нас есть с вами действие, да, то мы уже будем следующим образом строить предложение в present simple. Давайте возьмем с вами для примера глагол swim, который вы все знаете, плавать. Давайте рассмотрим, как строится утвердительное предложение с глаголом swim в present simple. С такими местоимениями, как I, you, we, they, мы с вами используем глагол swim просто в его простой форме, без каких-либо изменений. Но если действие у нас выполняет с вами he, she, it, то посмотрите, что происходит с глаголом. К нему добавляется буковка S. I swim, you swim, we swim, they swim, но he swims, she swims, it swims, да? Запомните, если действие выполняет he, she, it, то глаголу добавляется на конце S. Давайте по этому правилу с вами сделаем упражнение в сборнике. Open your exercise books at page 109. Откройте сборники упражнений на страничке 109. Я могу сделать, я могу и не делать себя побольше, и так нормально. Окей. Выбери правильный вариант и подчеркни его. Нам с вами нужно выбрать глагол соответственно тому, кто делает действие. Да? Еще раз. Презентацию вернемся. Are you with a swim? Просто глагол без изменений. He, she, it, swims, S на конце. Let's do the task. You do first. Вы сначала делайте. Press pause, do the task and come back.
Поставьте на паузу и возвращайтесь потом, проверим с вами ответы. Okay? Угу. Well, let's check your answers. Давайте проверим ответы и посмотрим, как вы усвоили это правило. Несложное, мне кажется, да? He reads books every day. Он читает книжки каждый день. Мы с вами в Present Simple, еще раз повторяю, говорим о наших регулярных действиях, которые мы делаем всегда, часто, иногда и каждый день, да? Вот. Здесь каждый день он читает книжки. He reads. Почему здесь S на конце? Потому что действие делает он. He. The next. They play the piano on Mondays. Они играют на пианино по понедельникам. То есть это расписание, да? Они регулярно играют на пианино. Каждый понедельник, по понедельникам. Почему play? Потому что мы знаем, что s добавляется только, если действие выполняет he, she, it. The third, третье. I ride a bike on Sundays. Я катаюсь на велосипеде по воскресеньям. Опять-таки регулярное действие, да? Я катаюсь по воскресеньям, каждое воскресенье, да? I ride. She drinks milk every day. Она пьет молоко каждый день. Drinks. С S на конце. Почему? Потому что she. Все. Да, это очень легко. He, she, it. Добавляем S наконец, когда мы говорим о регулярных действиях. Да, частых действиях. We eat fruit every day. Мы едим фрукты каждый день. Dad drives a car every day. Дед, папа водит машину каждый день. Dad – это папа, а папа – это he, он. Соответственно, S добавляется. She walks in the park on Saturdays. Она гуляет в парке по субботам. Регулярное действие по субботам, каждую субботу она гуляет в парке. Выполняя she, значит S на конце. You play basketball on Tuesdays. Ты играешь в баскетбол по вторникам. Play без S. Почему? Потому что S только с he, she, it. Good job. High five. High five. Yes. Good. Дайте 5 и поехали дальше. Давайте теперь обсудим, как же строятся вопросы у нас в этом времени. Когда мы спрашиваем, да, ты вообще плаваешь, занимаешься, там, ты читаешь, ты часто читаешь, ты каждый день читаешь, там, ты это любишь. Мы с вами во втором классе, когда, да и в третьем тоже вспоминали, когда мы с вами... Present simple уже изучили, когда мы говорили, когда говорили I like, she likes, he likes. I don't like, да, мы говорим, я не люблю. She doesn't like. Do you like, мы спрашивали, помните, играли, do you like, вот задавали вопрос. Does she like, мы с вами уже, в принципе, это все знаем. Просто вспоминаем. Чтобы задать вопрос, present simple, у нас с вами появляются вспомогательные глаголы. Do для are you with they? Do you swim every day? Например, добавим каждый день. Ты плаваешь каждый день, да? Do they swim on Sundays? Они плавают по воскресеньям, да? Если же мы спрашиваем про he, she, it, про него, про нее, про животное какое-то, игрушку, то у нас с вами будет вспомогательный глагол не do, а does. Does he swim on Tuesdays? Он во вторникам плавает? Посмотрите, что у глагола swim буковки s уже нет, потому что она переехала к do, вот сюда. И добавилось еще и s. Почему? Потому что мы с вами знаем, что слова, которые оканчиваются на o, к ним добавляется не просто S, а ES, да? То есть можно сказать, мы давайте не будем замечать E, то есть вот эта S, она перебежала вот сюда, и здесь она нам повторно уже не нужна. Does he swim? Does she swim? Does it swim? Также мы на эти вопросы можем кратко ответить. Do you swim every day? Ты плаваешь каждый день? Yes, I do. Do they swim on Sundays? Они плавают по воскресеньям? Yes,
They do. Если нет, do you swim every day? Плаваешь каждый день? No, I don't. Do they swim on Sundays? Они по воскресеньям плавают? No, только уже выбираем. They don't. Да? Также и про he, she, it. Does he swim every day? Он каждый день плавает. Yes, he does. No, he doesn't. Does she swim on Fridays? По пятницам она плавает? Yes, she does. No, she doesn't. И отрицание. Как у нас с вами строится отрицание? Как мы говорили с вами, я не люблю. I don't like. То же самое с другими глаголами действия. I don't swim. You don't swim. We don't swim. They don't swim. Don't – это сокращенно от do not. Not – это отрицательная частичка не. Я не плаваю, ты не плаваешь, мы не плаваем, они не плавают. He, she, it, естественно, будет что-то другое. Doesn't swim. He doesn't swim. She doesn't swim. It doesn't swim. Doesn't – это does и not. Not – отрицательная частичка. Он не плавает, она не плавает. Собака, например, не плавает, да? Хорошо. Еще у нас с вами есть слова-маркеры, то есть наши помощники, которые нам помогают определить, что это действие, именно регулярное действие, относится к present simple. Посмотрите на эти звездочки. То есть чем больше звездочек, тем чаще это действие делается. То есть always – всегда или every day – каждый день. Потом меньше оно делается, да, often, часто. Потом еще реже, usually, обычно. Еще реже, sometimes, иногда. И вообще не делается never, никогда. Например, I never wake up late on Saturdays. Я никогда не встаю поздно по субботам. I never wake up late. Это тоже будет present simple. So now let's go back to our books. Давайте вернемся к нашим книжкам, к нашим учебникам и выполним задание, в процессе которого еще расскажу. Ну, и мы вспомним просто с вами правила добавления окончания s к словам. Только мы с вами знаем правила добавления s к словам для образования множественного числа существительных. А здесь мы с вами s добавляем, когда действие делает he, she, it, но глаголы тоже оканчиваются, например, на o, на chi, на y, да, и нам нужно с вами тоже добавлять не просто s, а и s, но это правило мы знаем, просто повторим уже в случае конкретно с глаголами в present simple. Let's do activity number two. Давайте сделаем с вами второе упражнение. Lulu's week. Неделя Lulu. Look and say. Посмотрите и скажите. Here you can see the schedule, расписание, да, Lulu, расписание Lulu на неделю, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, и what does she do, что она делает, drink milk, пьет молоко, play tennis, watch cartoons, eat vegetables, and read a story, играет в теннис, смотрит мультики, ест овощи, читает истории, сказки, рассказы. Here we can see the example, пример. Lulu drinks milk every day. Да? Про молоко. Вот она каждый день пьет молоко. Мы смотрим, галочки стоят. Lulu пьет молоко каждый день. Drinks, видите, здесь drink milk, просто пить молоко. Поскольку действие выполняет Lulu, she, значит, мы добавили s, да? Lulu drinks milk every day. Что дальше? Что? Play tennis. Как, когда она в теннис играет? She plays tennis on Wednesdays and Fridays. Да? По средам и пятницам. So, please take your notebooks. Возьмите тетрадочки. And write down the rest of the sentences. Оставшиеся предложения. Three sentences. Watch cartoons, eat vegetables and read stories. And then come back and check answers with me. Затем возвращайтесь и со мной проверяйте ваши ответы. Now let's check your answers. Проверим ваши ответы.
У вас должно было получиться she watches cartoons on Fridays and Saturdays. Мы добавили глаголу watch окончание es. Как правило, тоже такое же правило добавления, как и к существительным с множественным, да, для образования множественного числа. She watches cartoons on Fridays and Saturdays. Она смотрит мультики, мы посмотрели на расписание, по пятницам и субботам. She eats vegetables every day. Она ест овощи каждый день. Каждый день, every day. Вот у нас есть с вами every day. Сразу учим, запоминаем это выражение, эту фразу, это словосочетание. She reads stories on Mondays and Tuesdays. Она читает рассказы по понедельникам и вторникам. Good, хорошо. Молодцы. У вас вот так должно получиться. Проверьте, исправьте ошибки, если они есть. И сейчас мы с вами быстренько посмотрим еще раз правила добавления s в данном случае к глаголам в present simple. Нет, это у меня доктор. That was a doctor. Wait a second, please. Mm-hmm. So, let's look at the table. Давайте посмотрим на табличку. Значит, мы с вами ко всем глаголам, к обычным глаголам, просто добавляем s без изменений, не es, вот просто s и все. Work – works, eat – eats, play – plays, swim – swims, write – writes. В случае, если у нас с вами глагол оканчивается на букву y, и перед ней стоит, сейчас я возьму карандашик тоже, красненьким подчеркнуть. И перед ней стоит согласная. Вот посмотрите. Д, р, да? П, согласный звук. Л. То в этом случае, только если перед ней согласная, она поменяется на I, буковку I, и добавится ES. И добавится ES. Да, сейчас вот так вот. Нет, так не получится. Вот так. Вот. ES. В случае, посмотрите, с play у нас с вами перед play, перед буковкой Y в слове play стоит согласная. И поэтому Y не меняется, да? Здесь у нас гласные. И поэтому Y меняется на I и добавляется ES. Study, studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Угу. И в случаях тех же самых, что и с существительными, да, если у нас с вами глагол оканчивается на o, sh, ch, x, s, 2s, да, то добавляется в конце es, go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. Yes? Go, goes, watch, wash, washes. Я неправильно прочитала. Уже все. Уже устала. Уже не первый урок подряд я записываю, поэтому извините меня, мои хорошие. Еще раз. Давайте это. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Вот. Потому что мы с вами помним, что если, да, к таким словам мы бы просто добавляли s, то нам бы очень было тяжело говорить wash, watch, mix, kiss, да, и было бы тут 3s, это было бы очень неудобно нашему языку, да, и было бы очень странно, это бы все выглядело. Окей. Okay. And let's do exercise number 4, давайте четвертый номер вот как раз сделаем, посвященный этому правилу, да, этому правилу добавления буковки s. Еще раз, мы его уже знаем, поэтому только это два разных случая. То, что мы учили раньше, касалось существительных dog, dogs, да, cat, cats, множественное число. Это не множественное число, но просто правило добавления буковки S такое же. Глаголом, это глаголы, да, и буква S к этим глаголам добавляется, если действие делает третье лицо единственное число, то есть он, она, оно, he, she, it. Mm-hmm. So, do this task, сделайте это задание, press pause and do the task, then come back and check answers with me. Со мной проверим ответы, как обычно.
Не обязательно писать два слова. Давайте одно будем писать, чтобы было быстрее сразу с буковкой S, хорошо? Well, are you ready to check your answers? Готовы проверить ответы? So look at my table, at my answers and check yours. Посмотрите на мои ответы и проверьте свои. Значит, здесь у нас в первом столбике добавляется просто S. Gets, sleeps, writes, swims, takes, drives. Во втором столбике добавляется ES. Relaxes, munches, marches, catches, wishes, guesses. В третьем столбике мы добавляем Y, меняем на I, добавляем ES. Flies, copies. И в четвертом столбике, где мы Y не меняем, просто добавляем S. Тоже слова с буквой Y на конце, но мы ее не меняем. У нас тут одно слово says. Угу. Можете поставить на паузу, проверить себя еще раз и исправить ошибки, если они у вас есть. Да? Еще раз. Не обязательно в данном задании понимать перевод слов. Он нам не нужен. Мы здесь отрабатываем только правила добавления окончания S к словам. Да? Нам нужно обращать с вами внимание на то, на ту букву, на какую заканчивается глагол. Да? Неважно, как он переводится. Нам в данном правиле это не нужно. Так. И вы заметили, что я по-разному читаю окончание, да? Особенно вот здесь, где у нас добавляется ES после шипящих O, да? Relaxes, munches, marches, catches, wishes, guesses. Какой звук? Is. И вот, если вам нужно, ставьте на паузу, потому что я сейчас буду удалять эти записи и спускаться ниже. Вот, у нас с вами есть три правила чтения данного окончания. З, с и из. Начнем с этого, с третьего. Из. Когда мы с вами добавляем ES к словам после ч, ш, 2S, X, O, то у нас будет из читаться, как я прочитала выше. Да? После глухих у нас будет jumps, оглушаться. Если до этого глухой конец, глухая буква на конце, глухая согласна, то и S будет оглушаться. Jumps, jumps. С звук. В данном случае plays, runs. Будет з немножечко, да? Потому что здесь гласная, здесь звонкая, согласная. Давайте мы это с вами оставим на следующий урок. Научимся мы с этого с вами начнем. А сейчас мы с вами поговорим про правила чтения буковки C и также не просто ее отдельно, но и в сочетании. So, let's look at this sentence. Давайте посмотрим на это предложение. Listen carefully. Слушайте внимательно. Chuckles and the children like chips, chocolate cakes and coke. And let's read this one. Давайте это тоже прочитаем. The city mice are dancing in a circle. Посмотрите, у нас с вами ниже табличка и целых три варианта написания и даже четыре варианта звучания и прочтения этой буквы и словосочетаний. Значит, просто буковка C у нас звучит двумя способами, как к и как с. Мы с вами это уже знаем, уже проходили, мои хорошие, просто все вспоминаем. Например, в словах city, mice, dancing, и вот в начале здесь circle звучит с. Почему? От чего это зависит, мы тоже с вами знаем. От стоящей после нее гласной. Также буковка C звучит как К в словах cakes, coke, circle на конце, если после нее тоже стоит определенный гласный или согласная. Еще у нас с вами есть два сочетания. CK, который читается всегда вместе как одна К, как один звук К. И вот это сочетание CH, которое читается как сочетание Ш, да, Ч. Точнее, ч, ч.
как в словах chuckles, chicken, cheese, chocolate, children, чики. Все, уже пора на покой. Окей. And I also have a the presentation for you. У меня также презентация для вас есть. Where is it? Let me find it. Нет, не презентация, а просто учебничек очень любимый мой по правилам чтения. Просто пока мы говорим не про сочетание, да, с сочетаниями все понятно и легко, это запомнить надо. А вот сложнее, когда буковка C просто в словах, и нам нужно понять, как она читается, как К или как С. Давайте почитаем вот эти слова. Repeat after me. Повторяйте за мной. Cat, can, car, clock, cook, candle, cream. Угу. Какой звук здесь у буковки C? Звук К. Вот он в транскрипции. Давайте почитаем здесь. Sand, ice, nice, place, face, lace. Good. Хорошо. Давайте посмотрим на правило. Его запишите в тетрадь и выучите. Букву C как С читай перед E, Y и I. И как К прочти ее перед U, A и O. И как с этими гласными читай перед согласными. Посмотрите, у нас вот в этих с вами словах после буковки C идет буква A, потом идет согласная, потом буковка O, потом опять согласная, да? То есть если после буковки C стоит U, A или O, то мы ее читаем как К. А если после нее стоит I, да, вот она у нас тут везде и нет других примеров. I или Y, то она читается как С, да? Запомните, вот так выучите прям правило. Букву C как С читай перед E, Y и I, и как К прочти ее перед U, A и O, и как с этими гласными читай перед согласными. Возвращаемся к учебнику, да, и посмотрим еще раз на сочетание. C, K читается как К, а вот это сочетание читается как Ч. Давайте поместим вот эти вот слова в эту табличку. Можно, давайте карандашиком тихонечко, нежненько, чтобы в тетрадочку уже не переписывать. Окей, okay, do the task, сделайте задание. Well, are you ready? Готовы? Итак, check your answers, проверим ответы. Смотрите, опять. Давайте мы с вами будем стараться принимать все, что нам дают, все знания, и ничего не переживайте, не нервничайте, если вы не знаете эти слова. Вы применяете те правила, которые я вам сказала, да? То есть, чтобы выполнить это упражнение, вам нужно было вот сюда, это легче, чем вот это, да, например, вот сюда выписать все слова вот с этим сочетанием, просто его найти и выписать. И мы запомнили, читается как «к». Сюда нужно было выписать все слова вот с этим сочетанием, просто его найти в этих словах, да? Давайте с этих, это легче всего, поэтому давайте с них начнем. Давайте почитаем эти слова. Black, duck, jacket, sock. Сочетание CK просто как звук. Сочетание этих букв дает звук ч. Children, chair, cheese, chips, ch-ch-ch-ch. Uh-huh. And the last two, и два последних звука. Здесь вам нужно было потрудиться, вам нужно было обращать внимание на все слова с буковкой C, да, без этих сочетаний, и обратить внимание на то, какая гласная стоит после нее, и воспользоваться правилом вот этим. То есть, если после с буквы C стоит вот эта буква, вот это или это, значит звук К. Если вот это, вот это, вот это, значит звук С. Да? И получили со звуком К. Carrot, cooker, music на конце, да? Без всего, нет ничего. Computer. Сюда мы получили city, juice, rice, pencil.
Well done, you did a great job. Вы молодцы вообще, здорово, я уверена, что вы справились. Смотрите, как и в русском языке, и в английском языке, звуки, буквы, они влияют друг на друга в зависимости от того, куда падает ударение, как они стоят, какие буковки рядом. То есть чтение слов зависит от, точнее, чтение букв зависит от рядом стоящих букв, да, и поэтому вот нужно запоминать правила, исходя из того, какая рядом стоит буква и какой звук она дает, да. Естественно, есть очень много исключений из правил. Эти исключения вы просто слышите, видите и запоминаете. Все. Конечно же, стараемся читать по правилам, но они не всегда нам помогут. Лучше всего много читать, смотреть на английском мультики, фильмы, да, по возможности, и просто запоминать слова, то, как они звучат, как их произносит учитель, или как они в песне поются, да. Okay, so, it's time to say goodbye. Пора говорить до свидания, but first your homework, но сначала ваше домашнее задание, your home task. Well, your home task would be just only one activity, только одно упражнение, page 111 and 112, exercise 10. Вот десятое упражнение, оно, ну, большое, да, то есть у вас тут получается 11 предложений, но только оно будет и все. Я хочу вас попросить разобраться в этой теме. Я скину презентацию, прикреплю домашнее задание. Пожалуйста, будьте внимательны. Вам в этом упражнении нужно составить предложение из того, что вам дано. Предложение трех типов, которые мы сегодня прошли. Это утвердительное, отрицательное и вопросительное. Не забывать правильно добавлять букву S, точнее, окончание S к словам, да, не забываем про do и про does, пользуемся презентацией во время домашнего задания и пользуемся примерами. Мои хорошие, у вас всегда в заданиях есть примеры. Не торопитесь, делайте все аккуратно, пожалуйста. Разбирайтесь с теми. Я вам дала все инструменты для этого, и у вас есть примеры. Вот так выглядит утвердительное предложение в Present Simple. Вот так выглядит вопросительное. Но помним, что если he, she, it, то не do, а does, да? И вот так вот выглядит отрицательное предложение. Но опять-таки, если are you with it, to don't, постарайтесь разобраться, постарайтесь выполнить это задание самостоятельно и постарайтесь выполнить его правильно. Хорошо? Okay. Good luck and goodbye. Miss you very much. Очень по вам скучаю. Bye-bye.